У Леры Кудрявцевой подрастает 5-летняя дочь. Девочка еще даже в школу не пошла, но уже проявляет невероятный артистизм. Кроме того, звездная наследница обладает просто ангельской внешностью. Недавно телеведущая поделилась архивным снимком Маши. На нем юная модница предстала вся в косметике, но даже слой макияжа не прикрыл природную красоту дочери, журналистки. Пользователи сети восхитились а внешними данными Маши. Божественной красоты получилась у вас, доченька. Очень красивый взгляд у этой девочки. Прелесть просто. Милая девочка с красивыми глазами. Куколка. Пишут в комментариях под публикацией. Сама Лера Кудрявцева будто и не спешит развивать в кровинушке актерские таланты. Вместо этого теледива отдала ее на спортивно-бальные танцы. Также стоит отметить, что Мария растет копией своего отца, хоккеиста Игоря Макарова. А что скажете вы?